Привет, у вас и ответ, пожалуй, что никак, потому что если человек хочет обидеться, он обидится. А ваша подруга обиделась не случайно, у нее, очевидно, были некоторые трудности, ну, как бы, может быть, с уверенностью в себе. Вот, у нее были трудности с восприятием себя, у нее были трудности с мужем, совершенно очевидно. Вот. И это очень важно понимать, как мне кажется, по крайней мере. Вот. А что еще важно? То, что вы берете на себя ответственность для другого человека. Вот. То, что вы действительно вместе с подругой теряете что-то важное для себя, но не даете себе отчет в том, что именно вы теряете для себя, что давала вам подруга. Вот, по сути, вы сейчас демонстрируете зависимость свою от нее. Вот, и чувство вины, это некоторая неуверенность в том, что вы сделали. То есть, ну, если вы говорите, что ничего там такого не было, то ничего не было. Но то, что вы себя вините за это, условно говоря, принимая ту точку зрения восприятия этого, какая есть у подруги, значит, вы не до конца уверены сами в том, что происходит. И коли вы не уверены, то это уже вопрос, пожалуй, к вам. Вот. Чтобы не уверены. Смотрите сами, человек, который прервал с вами контакт так быстро, без бэкграунда, то есть, если, предположим, между вами и когда до этого не было конфликта, хочет ли такой человек с вами общаться? Вот, как мне кажется, какой вопрос вам нужно себе задать. Является ли подруга вашей подругой? Или уже нет? На мой взгляд, уже нет. На мой взгляд, ваша подруга уже, ну, вам не подруга. Вот. К моему сожалению. Так, по крайней мере, кажется. Вот. Иначе бы не стало. Она так быстро разрывать с вами отношения. Вы, конечно, можете считать по-другому право. На это вы имеете, как мне кажется, совершенно полное, но
Вопрос заключается в том, насколько это реалистично. Вот. Как мне видится. Поэтому вот такой ответ вам я хочу дать. То есть вы не очень договорились с собой, в том смысле, насколько естественным вы в этой позиции, которая у вас сейчас. Вы в какой-то степени зависимы от своей подруги. Вам именно что её не хватает. И вероятно вы думаете, что только вы виноваты в том, что произошло. Ну, к счастью или к сожалению, для вас не виноват. Вот. Потому что подруга ваша обиделась на вас сама. Вот, потому что она так хотела. И скорее всего, искала повод для того, чтобы на вас обидеться. Как бы это не было бы вам неприятно слышать, да, себя. Вот примерно то, что я хотел бы вам сказать. Ну вот, с точки зрения психологии, с точки зрения терапии, вот, с точки зрения своего опыта, который у меня есть. Естественно, травма, естественно, вам больно сейчас, и естественно, вам нужна помощь для того, чтобы пережить этот, ну, этот период. Вот. Но вы можете вынести из этого определенный опыт, если вы захотите. Можете стать более зрелым, вот, и устраивать отношения в дальнейшем несколько более глубокими. Возможно. Вот так я вам могу ответить. На этом все. Буду благодарен вам обратную связь по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой. Всего вам самого доброго.